Маша, сейчас мы на море, и Настя вот прячется. Здрасте. Мы сейчас еще 10 минут побудем здесь, да? Да. Потом пойдем распечатывать фотографии на подарки, и потом пойдем спать. Пить, здрасте. Покажи на море. Море покажи. А сейчас мы на море. Вот оно море. Вот оно. Ой, да не. А так как я не взяла с собой купальник, я ступила, я мочу нос. А Настя утыхается. Она, в общем, не нашла верх своего купальника и купается в майке. И только что намочила майку. Ну, а я чуть-чуть намочила себе шорты. Ну, совсем капель. Так что, да. Сейчас мы уходим с моря. Потому что нам нужно распечатать фоточки. Да. Фоточки. Мне нужно 4 или 5, а Насте 3. 3. 3. Увидимся в фотосалоне. Да, где там. Мы с Настей уже распечатали фотографии. Они лежат у нас в рюкзаках. И сейчас мы идем в Фикс Прайс. Да? Да, идем, идем. Она несет бутылку с водой. В общем, мы с Фикс Прайсом уже встретимся. Мы забыли сняться в Фикс Прайсе. Извините нас, пожалуйста, мы слишком занялись покупкой. Да, мы долго думали, что взять. Мы пошли в Фикс Прайс для того, чтобы купить подарки для наших подруг. И сейчас мы идем на автобусы по домам. Эти 3,5 часа так быстро прошли? Да. Ладно, 2,5. Но ничего страшного. Мы заедаем горе кириешками. Ага. Но мы не расстраиваемся, потому что мы очень хорошо провели этот день. Распечатали фотографии, погуляли на море. Поели. Сходили в Фикспрайс, купили подарки для наших подруг. Потому что мы не хотим их оставлять без подарков. Потому что мы их очень сильно любим. Да. Но мы не будем говорить, кто это. Это для вас загадка. Потом увидите влог, как мы дарим им подарки. Да. То есть ты собираешься это снимать? Да. Так что ждите. Вот. Когда-нибудь вы